стараюсь, ну, себя позиционировать как православный музыкант. Брат Андрей, я участник группы «Именины», вот, уже больше 30 лет у нас группа существует. Ну, именины у нас, конечно, каждый день, у кого-то именины. С православной точки зрения это, конечно, жизнь. То есть это образ жизни любого, каждого человека. То есть, можно сказать, каждый день праздник. Сейчас состав у нас... брат Никодим, брат Петр, брат Александр и брат Юрий. Все, ну, барабанщик, гитарист, басист и перкуссионист. Страстной монастырь дал нам отсчет нового витка нашей группы, как бы, деятельности нашей группы «Страстной монастырь». Если посмотреть вот самое начало, то группа была православной с самого начала, еще с 1981 года. Самая первая песня, которую мы написали, была «Православная церковь», называлась. И каким-то Божьим промыслом батюшка меня направил на Страстной монастырь. Я как бы не был верующий, даже я вообще не был верующий, но вот смотрел один раз на храм издалека, и мне вот песня влилась, как бы вот, как бы через меня прошла песня. Вот так. Я буквально вот на гитаре два аккорда знал, 15 лет, и эту песню вот записал сразу православную церковь. Первое десятилетие я как бы вообще в церковь не ходил. Потом уже, кстати, крестился в 92-м году. И потихоньку вот уже в один прекрасный момент уже обратной дороги назад уже не было. После того, как, ну, Божий как бы призыв. Для меня чудо это, конечно, каждая секунда, каждая минута – это радость и благодарение за все чудеса, которые, ну, как бы мне Господь посылает. То есть вот с прекрасными людьми общаюсь, это, в общем, как сказать, вот рад, что и здесь. Ну и за все, слава Богу, вот так, как бы вот так вот, каждая секунда, каждая минута – это чудо. Ну, я не буду говорить про большое чудо. Можно очень много рассказывать, но это одна из составляющих нашей жизни, конечно, чудеса. Все просто желание. Человек должен устремиться, вот, увидеть чудеса, увидеть себя со стороны, с правильной стороны себя увидеть. Да не, ну, конечно, радость. Это все нужно принимать как радость, за все благодарить. Концепция группы «Именины» это как раз вот говорит о том, что хочется видеть в людях чистое, светлое. Для нашей группы нас даже обозвали скоморохи. Скоморохи хиппи-бэнд. Дмитрий Студеный назвал нас. Ну вот, кстати, Sex Pistols на меня повлиял очень сильно, группа. И интересно то, что сам Джонни Роттен, да, вокалист, где-то уже 50 лет, нет, даже 40 лет уже, когда он уже ушел из Sex Pistols, я прочитал про него, что он, ну, живет спокойной жизнью, читает Библию. И вот решил тоже читать Библию и пришел к вере еще больше.
Знаешь, вот Джон Рот на меня так повлиял. Ну нет, конечно, мне далеко до совершенства. Это не моя, как говорится, стезя. Вот этой вот мудрости. Никчемный, можно сказать, человек, вот я считаю так. Самовыражение, конечно, рок-музыка – это очень хорошее средство для самовыражения. Наверное, это один из сильнейших методов для самовыражения. То есть, самое сильное средство для самовыражения.